Уважаемые мои зрители, подписчики, друзья, как считаете, что думаете, если я буду в каждом штате покупать либо брелки, либо магнитики? Вот, например, Road 66. Брелков больше почему-то, чем магнитиков. И разыгрывать, хотя нет, вот здесь магнитики есть, и разыгрывать среди вас за вашу активность. Это вам будет интересно, напишите в комментарии, пожалуйста. Так, всем привет, мы на Тракстопе. Стоит жуткая жара, утро, но жарко. Это уже Техас, север Техаса. Тракстоп, Pilot, Fly и Pilot — это одна компания. Вот. В общем, сходил я в туалет, в душ. Иду к своему траку. Я не знаю, там, наверное, вообще жарень внутри трейлера, конечно. Конечно, форточка там открыта. Сейчас буду проверять, делать проверку, обходить, все смотреть, чтобы все было хорошо. Итак, утренняя проверка своего гаража. И что у вас в гараже? У меня в гараже Bentley Continental GT, новенькая. Немножечко грязно, поэтому надо взять тряпочку. Нет, сначала сдуть. Можно купить сдувалку какую-нибудь и сдувать, даже тряпкой не протирать. Надо купить. Конечно, надо купить сдувалку и полностью еще его весь, этот трейлер, продуть, потому что мне его дали в таком состоянии грязном. Вон сколько пыли на машинах. Проверить стропы. Все нормально. Окей. Good. В общем, сдул пыль. Смотрите, как по-другому смотрится. Фары какие классные, да? Так, снова Walmart, снова нужно было докупить кое-что. Не все я тогда купил, что-то упустил, надо записывать всегда. Заодно здесь вот заправка Murphy, есть такое приложение, классно, он показывает цены на карте, на заправке. Выбираешь, какое топливо тебе нужно, мне дизель, и вот как раз рядом с этой заправкой Walmart. $1.86 здесь стоит галлон дизеля. Я кое-что купил для машины, потому что для трейлера, точнее, для колес. И нужно еще моментик такой. Вот, видите, что происходит. У меня, короче, нет вот этой вот отвертки. Она специально дома есть, я не хочу специально покупать. Поэтому я купил болты. Немножко другие. Что просто все равно болтов здесь нету, отпали. Но это мне дали такой. Он сказал, типа, купишь. Ну, окей. Сейчас быстренько сделаю. Вот они, волмартские перчатки. Три пары хорошие перчатки. Мне нравятся. Стоят 3 бакса. Купил скотч хороший, мощный. Там кое-что подклеить надо тоже на трейлере. 4 бакса стоит. Купил мерить силу в колесах. Если здесь у трака стоит... программа, которая мерит постоянно колеса, то есть там внутри стоят датчики, короче. Но на трейлере я не вижу этих датчиков, поэтому, короче, 3 бакса. Вот. И вот такие вот купил болтики и шурупики, в общем. 50 центов и долларов.